Семена бархатцев, отклоненных бои-хармонии, уже в июне радуют дружным, обильным цветением, издали привлекая внимание. Однолетнее растение считается очень компактным, густоветвистые кустики в высоту не более 20 см. Махровые цветки гвоздиковидной формы, средние, диаметром от 3,5 до 4,5 см. Привлекательна их окраска, яркая красно-желтая, на которую невозможно не обратить внимания. Растение используется в групповых посадках, в вазонах, на клумбах для создания эффектных пятен. Бархатцы любят солнечное местоположение, не требовательны к поливу. Бархатцы, отклоненные бой-хармонии, это однолетнее растение высотой 20 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Бархатцы прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания бархатца прекрасно подходит открытый грунт. Расцветают бархатцы, отклоненные бой-хармонии, в месяц июнь-август. Интересные цветы бархатца могут быть до 4 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.